Как я и обещал, мы приехали посмотреть, что же такого чудесного приключилось здесь, в парке Кашкадан, и почему Ради Фаридович устроил из этого так много шуму. Погуляли, посмотрели, оценили уровень, качество и масштабы разрушений. В общем-то, готов я вам рассказать о том, что мы здесь увидели, что нам понравилось, а что не очень. Собственно, я полностью согласен с дорогим Радием Фаритовичем в том, что открытие парка Кашкадан было очень-очень техническим. Потому что помимо того, что здесь очень многое просто недоделано, это видно невооруженным глазом и даже без наличия технической документации, но еще уже много что отвалилось, сломалось, то есть надо переделывать, либо задавать вопросы подрядчикам, из чего и из каких веток и отходов они это дело все построили. Ну, давайте по порядку. Начнем с этого грандиозного деревянного настила вдоль набережной, так называемого трапа. Очевидно и невооруженным глазом заметно, что сделан он, судя по всему, из того, что оставалось на складе. Доски состыкованы, кое-как покрашены, уже протерлись, их начинают вести. Масса трещин, прикручено это простыми шурупами насквозь. То есть никаких креплений, замков, защелок это все не предусматривало. В общем, наши армянские братья как-то слегка упростили, судя по всему, задачу. Глядя на поверхность воды, конечно, понимаем, что размер озера существенно увеличился, в связи с чем есть и вопросы, а кто и как будет ухаживать за акваторией вот этого вот большого-большого водоема, каким образом будут следить за тем, чтобы он не зацвел окончательно, а тина уже плывет большими-большими островами, то есть это тоже вопросы, это тоже большие расходы. Бросается в глаза и то, что как-то уж наспех было сделано вдоль набережной вот это все ограждение. Тросики натянуты, то ли они тонкие, то ли они не того качества, они уже порваны, и ограждение уже перестало быть ограждением. Как, кто закручивал, на какую резьбу, совершенно непонятно. Много чего мы здесь не видим. В частности, я абсолютно практически не видел урн вдоль набережной. Они есть немножко выше. Количество их весьма скромное. То есть предвещаю просто переизбыток мусора вдоль всех дорожек и мест массового скопления людей. Качество газона тоже оставляет желать лучшего. Там, где его пытались постелить, он уже желтенький, с трещинами и, судя по всему, не проживется. Отдельно стоит упомянуть про этот замечательный каскад скамеек, который был предусмотрен к набережной. Очевидно, это сделать просто тупо не успели. Закладки трубы стоят, а самих сидений и скамеек нет. Надеюсь, что их, наверное, установят, если не забудут, если их вообще произвели, потому что объем там, конечно, колоссальный. Много чего на самом деле не видно, не только вот этих вот отсутствующих скамеек, но и не видно туалетов. Мы, правда, походили, поспрашивали, нам сотрудники парка подсказали, что тут есть некий туалетный центр. Это такая довольно большая постройка системы МЖ. Но что-то мне подсказывает, что при более или менее существенном скоплении народа это место станет самым популярным в парке и будут большие очереди, потому что других туалетов мы тут пока не обнаружили. Может, они где-то есть, но они очень хорошо спрятаны. Уже понятно, что тропинки спланированы не самым удачным образом, имеется в виду проложенные тропинки, асфальтированные, либо покрытые вот этим замечательным деревянным трапом.
И потому граждане протаптывают те тропинки там, где им на самом деле удобнее ходить. Это тоже видно. Видно по абсолютно вытоптанной траве. Где-то направление уже задают сами пользователи этого парка, что, собственно, наверное, неизбежно при бестолковом планировании и проектировании объекта. Пляж на Кашкадане выглядит действительно шикарно, без преувеличения. Такой мелкий песок я даже не ожидал увидеть. Он очень приятный на ощупь ног. Вопрос только в том, не смоет ли его дождями и погодными условиями зимы. Но тут я не знаю, не могу утверждать. Судя по всему, будут подсыпать. Действительно, очень приятный, хороший песок. Главное теперь его не запакостить и содержать в определенном состоянии. Но вызывает вопрос оснащения пляжа. Судя по всему, он тоже не готов, потому что повсюду понатыканы предупреждения о запрете купания. При этом люди, конечно, купаются. И абсолютно отсутствует какая-либо тень, то есть ни зонтиков, ни каких-то веранд, еще чего-то не предусмотрено, лежаков тоже нет, но народ у нас неприхотливый, полежит на песочке и так. Выше пляжа расположена некая концертная площадка. Она мне, кстати, достаточно понравилась, в том смысле, что сделана добротно, понятно. Судя по всему, есть технические помещения для размещения там техники и артистов. И при определенных условиях можно проводить какие-то открытые мероприятия. В принципе, есть сиденья, жесткие, но ничего. И сделано это все очень понятно, надежно, антивандально и, на мой взгляд, вполне себе профессионально. Такое ощущение, что именно эту сцену строил какой-то другой подрядчик. Подводя итог короткой прогулки по парку Кашкадан, у меня, конечно, появились некоторые вопросы. И первый вопрос, конечно, к Ради Фаридовичу. Дорогой глава, где вы здесь увидели вот то самое парковое искусство, которое вы упоминали с таким придыханием? Особенно высокое парковое искусство. Пожалуй, что, наверное, вам стоит посетить Петергоф или еще что-нибудь для вас на данный момент доступное, чтобы понять хотя бы принцип этого термина. Я не увидел здесь никаких обдуманных размещений, ни насаждений, ни объектов. Все это так достаточно хаотично, скомканно, но зато очень много и большого размера. Из расчета на вот этот большой микрорайон Сипайлова. Соответственно, конечно, говорить об искусстве здесь, конечно, неуместно. Но в целом масштабы впечатляют. Парк действительно огромный, большой. Возникает, конечно, вопрос, кто и за какие деньги будет содержать все это великолепие. Масштабы, повторюсь, огромные, и все это тяжелым грузом ложится на плечи муниципалитета. Я не заметил пока в парке какой-либо окупающей инфраструктуры, ну, кроме вот этого достаточно большого детского парка развлечений. Возможно, он приносит какие-то арендные платежи, которые способны покрывать содержание вот этого парка. Хотя я не уверен, достаточно бедненько все с общепитом и развлечениями, особенно развлечениями для людей постарше 7-8 лет. Так что, вот, конечно, здесь есть большой потенциал, есть здесь над чем работать. Наверное, если здесь будет более или менее внятное и толковое руководство паркового хозяйства, это развитие будет заметно не только в отчетах городских чиновников. Ну, будем посмотреть, потому что все-таки парк открылся всего лишь неделю назад, соответственно, наверное, здесь еще на годик-полтора работы осталось.